Как показывает практика, большинство происшествий на железной дороге происходит из-за беспечности людей, которые переходят пути в неположенном месте. Для того, чтобы предотвратить трагические случаи, для пассажиров провели профилактический рейд «Сохрани себе жизнь». Мы выбираем станции с наиболее большим пассажиропотоком, и на которых большинство случаев у нас смертельных произошло. Там мы делаем упор на разъяснительную работу. Рейд проводили сотрудники отдела дорожного хозяйства и транспорта Ленинского округа совместно с Центральной пригородной пассажирской компанией и сотрудниками линейного управления полиции Павелецкого направления. И прежде чем переходить железную дорогу, обязательно надо снимать наушники, капюшон и посмотреть влево-вправо, есть ли поезд или нет. В рейде «Сохрани себе жизнь» участвовали все муниципалитеты Подмосковья. По видеотрансляции в режиме онлайн можно было наблюдать за тем, как информируют граждан. Мы совместно с Министерством транспорта Московской области и другими округами в настоящее время ведем прямую трансляцию с места событий. И в онлайн-режиме освещаем все, что мы сейчас делаем. Тем, кто переходит железнодорожные пути в неположенном месте, грозит штраф. Для детей предусмотрена другая ответственность. Мы вызываем родителей, оформляем данного несовершеннолетнего, то есть берем объяснение, что с родителей, что у него полностью, оформляем документы и направляем полностью материал в комиссию по делам несовершеннолетних. Напомним, что переход граждан через пути разрешен только по специально отведенным для этого местам. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.